вами Лилия Донскова, и сегодня у нас третья часть сериала «Острова сокровищ». Вы увидите все мои ожерелья, колечки, браслетики, сережки. Смотрите внимательно, если видите что-то, то, что есть у вас, обязательно пишите в комментариях, что у вас тоже есть такой комплект. Мне будет это очень интересно прочитать и, конечно же, приятно получать обратную связь. Ну что, приступаем к просмотру? Так, продолжаем. Следующий набор. Это просто какой-то космос. Посмотрите. Ну, немножечко вот сережки уже не так выглядят круто, как должны бы. Но все равно это так круто. Смотрите, какое кольцо. Вообще бомба. Такое же ожерелье с бусинами, которые перекатываются. И серьги. То есть все такое массивное, прям интересное, громоздкое, эффектное. Кольцо прям перевешивает мой палец. Но ожерелье, конечно, супер. Вернее, весь комплект, он просто суперский. Здесь шедевр. Это просто под натуральную бирюзу сделано ожерелье. И такое длинное. То есть, длинное, красивое. Как оно шикарно смотрится на белых блузках, просто не могу вам передать. И у меня есть серьги где-то под, как раз вот в эту тему, но, к сожалению, не Oriflame, но очень классно. Так, убираем. Пошли браслеты. Здесь комплект, кстати, почему-то вот этот стал плохо держаться. Эмаль розовая, тонкий и толстый браслет. И удобно то, что они вот такие вот расстегиваются и легко одеть на руку. Вот такой есть у меня браслет. Кстати, очень крутой. Посмотрите, как он стильно выглядит. Тут несколько ремешков соединены одним магнитом. И, кстати, очень классно смотрится. И легко одеть даже самостоятельно. Главное попасть в эти отверстия. Легко одеть, легко снять. И тоже здорово смотрится. Так богато. Прям как из Африки. Браслет из Африки. Так, есть вот такой у меня браслет, это мой любимый, мне его часто прям выпрашивают, просят продать за любые деньги, потому что, посмотрите, какой он классный. Особенно под лето, под загар, он, конечно, выглядит просто великолепно. Я вам показывала серьги в прошлом обзоре, а вот как раз добрались мы до браслетика, это тоже комплектик, такой браслет и сережечки, такая веселая летняя тема, живенькая, такое все красивое. Кстати, когда покупала, брала для дочки, пока она была подростком, а потом примерила один раз, поняла, что мне самой очень нравится, и мы носили его вместе, а сейчас он совсем ко мне переехал. Есть у меня такая шикарная заколка, может быть, кто помнит, с огромными жемчужинами. Кстати, я сама про нее забыла, давно не ношу, но заколка великолепная. А от этого комплекта я просто без ума. Смотрите, серьги, браслетики, три браслетика. И все это как будто бы ракушка морская, все так классно прокрашено, переливается. И вот такое вот ожерелье. Кстати, очень необычно смотрится с коричневыми вещами, такого шоколадного оттенка, как бы усиливает цвет вот за счет того, что кое-где проблескивает коричневый. Ну, это выглядит действительно как натуральные дорогие камни, и ожерелье очень достойное. То есть весь комплект очень достойный. Но это еще не все. Есть еще ожерелье очень веселенькое, ни разу его не носила. Не знаю, буду ли когда-то носить. Но оно такое веселое, необычное, просто золото. Бусины золотые в огромном количестве. Есть вот такая вот красивая заколка, под кожу сделана. Тоже Oriflame. У меня все Oriflame. Если вы помните, я вначале рассказывала, что у меня вся коллекция только Oriflame-овская. А вот это ожерелье делала дочка моя своими руками. Продавался прям комплектик для рукоделия. И надо было собрать из предложенных вот частей ожерелье, какое бы ты хотел, ну, какое ты видишь. Вот она собрала еще, будучи маленькой, вот такое вот ожерелье. Но сейчас она его не носит, а мне, кстати, оно очень нравится. Под некоторые вещи оно очень здорово подходит. Такой тоже handmade. Классный. А сейчас мы с вами будем смотреть самую необычную коллекцию ожерельев, которая именно вот сделана необычным образом. Первый комплект. Такой ошейник.
И к нему такая вот ожерелье-цепь с длинным кулоном. Можно носить по отдельности, можно носить вместе. Все это очень так прикольно, стильненько смотрится. Следующее ожерелье. Сейчас я буду показывать все свои ошейники. Тоже можно комбинировать, переносить вот этот вот кулон на цепочку, носить на цепочке. Сейчас, секунду, мы его освободим. Застряла. Так. То есть можно носить отдельно таким образом. Можно переносить кулон вот сюда на цепочку и носить на цепочке. То есть кому как нравится. Тоже прикольно выглядит. Я почему-то люблю такие ошейники. Они, ну, не знаю, просто завораживают. А сейчас комплект серьги и ожерелье. Ну, конечно, это мой любимый цвет, как вы уже поняли. Я обожаю зеленый, синий, такие голубые оттенки, потому что они подчеркивают глаза, цвет глаз. И вот такие вот красивые штучки. Я не удержалась, конечно, я выписала. Ношу редко, мало какие вещи оно подходит, но зато я его очень сильно люблю. А это просто атас такого размера жемчужину. Трудно найти, это тоже ожерелье, ошейник, но смотрится действительно необычно. Не под все подходит, естественно, но под некоторые вещи здорово. Кольцо и серьги, серьги-гвоздики, которые сейчас очень модные такие, с такими застежками. Вот такое ожерелье. А если у вас есть какие-то комплектики, как у меня, пишите в комментариях, мне интересно. Есть ли еще такие вот фанаты бижутерии, как я? Очередное ожерелье со змеями. Ну, кстати, оно как шикарно смотрится в деле. Я его не сразу заказала, а когда увидела на фотографиях наших консультантов, просто обалдела, как оно здорово сделано. И, конечно же, себе тоже его выписала. А золото, оно всегда актуально и всегда подходит под многие вещи. Так, здесь у меня целая россыпь кристаллов. Один у нас идет комплект. Так. Вот, это комплектик, серебристые серьги. Кстати, у меня вчера приходила подружка, которая является консультантом, как раз в этих сережках, и я посмотрела, как они красиво смотрятся, подумала, почему я их перестала носить, давно не одевала. А это были отдельно серьги, вот такие вот более крупные, такие уже вечерние, праздничные, все переливающиеся кристаллы. Ну, конечно же, я не удержалась и тоже себя ими побаловала. Сейчас покажу комплект, который заслуживает особого внимания. Две длинные вот такие вот серьги. Очень прикольно смотрится. Классное ожерелье. Оно коротенькое, прям вот на ключицах заканчивается. И есть к нему еще кольцо. Такое красивое кольцо, как треугольник наоборот. Как это шикарно выглядит с белым. Вы не представляете, вот белую блузку одеваю, и вот этот комплект, и просто бомба. Вот, просто сама балдею, как мне это нравится. Так, здесь у нас с вами что-то в мешочке ценное, драгоценное. Даже шел в подарок этот комплект. Не помню, как, конечно, какая акция была. Это просто супер. Это тоже часто выручает, когда не знаешь, вот, как дополнить свой образ, одеваешь эту штуку, эти серьги сияют все в ушках, это ожерелье, длинная цепь, и это все сразу привлекает внимание, и любой наряд уже становится таким вечерним, вечерне-праздничным. Так, здесь у нас волшебная сфера из такого матового пластика, это не стекло, это пластик на цепочке длинной, ой, уронила. Ну, это, конечно, шедевр. Мало с чем ношу, мне пока не под всю одежду подходит, но мне оно очень нравится. Тоже оно было недавно прям в каталогах, может быть, даже где-то успеете поймать его в распродаже. Так, еще один комплект, тоже из любимчиков. Серьги, кристаллы все переливаются. Ожерелье и браслетик, такое вот ожерелье. Так вроде бы все просто сделано, вот эти вот нити переплетенные, золото, кристаллы, ну это так богато выглядит, одевают часто с блузками, с разными,
под кофточки, то есть под пиджачок. Это все выглядит очень, очень элегантно. Мне она нравится. Надеюсь, вам тоже нравятся мои украшения. О, серьги я вам уже показывала в каком-то из роликов, а ожерелье, вот оно здесь лежит. Классное ожерелье, это же вот эти все деревяшки, янтарики, крупные кристаллы, какие-то сферы металлические. Все это, ну, просто необычное, очень, очень, как говорится, свежо и актуально. А этот комплект просто бомба. Просто бомба. Сейчас покажу вам его. Такую красоту. Серьги. Это просто такой королевский цвет. Глубокий синий. Просто нереально красивый. Посмотрите, как все сияет. Сделано тоже как под старину. Это не выглядит современным украшением. Это реально как будто достали из какого-нибудь сундука герцогини или королева, и вот оно у меня здесь вот лежит так запросто в мешочке, но я его очень люблю. Не часто ношу это украшение, но люблю очень сильно. И вот у меня есть еще колечки в такой, кстати, туфельке, удобно хранить. Такая туфелька. И три колечка, сейчас вам их покажу. Вот это кольцо часто бывает в распродаже, обратите на него внимание, потому что оно действительно очень красиво, очень, ну, даже не могу передать, переливается, все так сияет, смотрится богато, очень дорого. Вот это колечко как раз подходит под украшение, которое я вам уже показывала, уже куда-то убрала. То есть тоже зелененькими такими вставочками. А вот такое, наверное, даже никто не помнит, такой бантик. Весь всыпан кристаллами, очень необычно смотрится. И, ну, не знаю, я люблю такие вещи, я не часто их ношу, но нравится, и поэтому я их себе покупаю. Так, сейчас я вам покажу целую коллекцию часиков. Это, конечно, не все, но те, которые попались. Некоторые у дочки. Это часы тоже все пришли в подарок от компании Oriflame. А вот такие вот с кристаллами Swarovski часы. Но здесь я меняла ремешок, он был золотой. И я поменяла, когда он истерся, поставила красный ремешок. Такой белый с синими кристаллами Swarovski на белом ремешочке. Очень классные часики, стильненькие. И вот такие вот часы бежево-золотистые с точечками, с бусинами такими, как... с горошинками. Ну, тоже просто очень здорово смотрится. И я часы не очень люблю, но иногда просто часы дополняют какой-то комплект, и, ну, просто они как бы незаменимы даже в этом случае. Ага, вот еще нашла от королевского бархата. Такая бархотка, сиреневая бархотка и знак королевский бархат. Это была серия в Oriflame уходовая, и к ней вот как раз выпустили такое красивое ожерелье. И последний вам покажу мешочек в этой части. Тру-ту-ту-ту. Это, конечно же, волшебство. Из серии Royal. Сейчас мы его распутаем. Я, конечно же, не удержалась. Можете называть меня сорокой, как угодно, но она настолько красивая. И это действительно только вечерний вариант одежды. Очень красиво смотрится с черным, с белым, с золотистым. И его я тоже часто эксплуатирую, особенно на банкеты. Я его всегда с собой беру. Оно увесистое такое, прям вау-вау. Но это просто класс. Очень дорого, очень стильно сделано. Я думаю, что это ожерелье прослужит долгие годы. Вот. И мы завершим эту часть. И переходим к следующей. Итак, вы посмотрели уже целую третью часть обзора нашего острова сокровищ. И я хочу попросить вас, чтобы вы писали в комментариях какие-то вопросы, если они у вас есть. Напишите, пожалуйста, какие у вас есть украшения, как их много. Любите ли вы их так же, как и я их люблю? Я вам буду очень благодарна. А пока оставайтесь на канале. Подписывайтесь, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик и переходите к четвертой части. Пока-пока! Смотрите внимательно все и
подумайте. Даже не знаю, что сказать. Зачет. Останавливай.